Криворіжжя новими трудовими успіхами зустрічають 33-ті роковини Великого Жовтня і вибори до місцевих рад депутатів трудящих. Стакановці шахти «Гігант» зобов'язались до дня виборів дати 20 тисяч тонн руди понад план. В 1950 году новым председателем исполкома Криворожского горсовета стал 50-летний Федор Лукич Калиниченко. Его биография, анкетные данные и личные качества были совершенно типичны для советского функционера того времени. Федор Калиниченко родился в 1900 году в семье крестьянина-бедняка. Образование – 4 класса начальной школы. Как написано в автобиографии, с детства испытывал все тяготы капиталистической эксплуатации. В июне 1918 года, в период австро-немецкой оккупации, Федор Калиниченко был арестован вместо старшего брата, большевика Ивана Калиниченко. Но, говоря проще, его взяли в заложники с условием, если брата не найдут, расстреляют вместо него. Арестованы и приговорены к расстрелу были также Чередниченко, Умникова, Мазур, Харитонов и Цина. Всех их держали в здании гимназии Головченко, нынешний адрес Калиниченко 5. За несколько часов до расстрела немцы все-таки поймали старшего Калиниченко. По другой версии, он сам пришел, не захотел жертвовать младшим братом. Так или иначе, Федор был спасен. В истории так называемого большевистского криворожского подполья до сих пор есть очень много неясного. Официальными героями эти люди будут признаны только в 1957 году. И, к слову сказать, будучи председателем исполкома, Федор Калиниченко сыграет в этом не последнюю роль. Их именами назовут улицы. Но это будет в конце 50-х. А в 20-е годы их роль оценивалась более чем скромно. В книге, изданной в 22-м году к пятилетию октября, сказано, что эти люди в городе оказались случайно. А бывший начальник ЧК города выразился более определенно. В своих воспоминаниях Семен Тынок назвал их дезертирами, поскольку они не выполнили приказ Совета труда и обороны об уходе всего партактива в действующую Красную армию. А это значит, на оккупированной территории Иван Калиниченко со товарищи оказались по собственной инициативе. Но, как бы то ни было, они стали единственными официальными жертвами интервенции. Все шестеро были расстреляны 3 июня 1918 года. Ну а что касается Федора Калиниченко, он, счастливо избежав расстрела, ушел добровольцем в Красную армию. С 21 года находился в легендарной коннице Котовского. После демобилизации из советской армии, вступив в партию, стал постепенно продвигаться по ступеням сначала профсоюзной, а затем партийной иерархии районного значения. Воевать довелось и в Великую Отечественную войну. Свою фронтовую биографию Федор Лукич завершил в Берлине. Что касается образования Федора Калиниченко, то никакого профессионального образования он не имел. Уже после окончания войны, когда ему было далеко за 40, он закончил вечерний университет марксизма-ленинизма. Но одним словом, он был последним представителем той старой гвардии руководителей, от которых не требовалось ни образования, ни собственной инициативы. Главным было четкое понимание политики партии и умение проводить ее в жизнь. Опытный аппаратчик Федор Калиниченко, судя по всему, с поставленными перед ним задачами справлялся. А задачей номер один по-прежнему оставалось восстановление промышленности бассейна. Уже к началу 50-х практически все шахты были восстановлены. Добыча руды вышла на довоенный уровень. К 51-му году она составляла 50% общесоюзной. Криворожские горняки и металлурги становятся инициаторами передовых методов работы, новых форм соцсоревнования, освоения смежных специальностей. До массового распространения телевидения оставалось еще целое десятилетие, а то и больше. Но криворожских бурильщиков Зинькова, Трояна и Голубаря все знали не только поименно, но и в лицо. Шириться змагання за гідну зустріч дня виборів до Верховної Ради Союзу РСР. Знатний бурильник шахтоуправління імені Карла Ліпнева, комуніст Зіньков,
запропонував віяловий спосіб глибокого буріння руди. Сюжети о криворожских ударниках без устали снимали киевские кинодокументалисты. Эти кадры по многу раз крутили перед началом киносеансов. Так что даже школьники младших классов знали, чем отличается многоцикличный метод бурения от метода отбойки руды веером глубоких скважин. Уже тогда, в начале 50-х, криворожане привыкли гордиться тем, что в Кривбасе и шахты, и рудники, и заводы – все самое-самое, самое мощное, большое, передовое. Криворізький рудник імені Дзержинського – передовий у Радянському Союзі. Шахта «Перемога». Сьогодні на шахті технічна нарада. Осенью 1953 года в Кривом Роге состоялось всесоюзное совещание по внедрению новой техники в горно-рудной промышленности. По рекомендации этого совещания на базе Криворожья был создан институт по проектированию новых машин и механизмов «Гипрорудмаш». Он находился по адресу Ленина, 41. В это же время в шахтах начинает активно внедряться автоматизация и механизация. Появляется даже такое чудо техники, как радиотелефон. Щойно пролунав вибух, а диспетчер Михайло Скрипка в радіотелефону вже дає команду машиністу електровоза. Дистанційне управління і автоблокування допомогли ліквідувати простої підземного транспорту. В середине 50-х годов город не просто поднялся из руин, он изменился до неузнаваемости. Выросли новые жилые массивы на Югоке, Сосгороде и северных рудниках. Строили качественно, с размахами фантазии, по индивидуальным проектам, поэтому сегодня так ценятся послевоенные сталинки на рынке жилья. Спустя всего лишь несколько лет после освобождения города, улицу Карла Маркса невозможно было узнать. Буквально на глазах поднимались новые жилые и административные здания. Нынешнее здание театра было построено в 1950 году. За один только первый год его посетило 119 тысяч человек и было сыграно 439 спектаклей. Кстати, удивительное совпадение. Сегодня, как и полвека назад, на афише значится «Запорожец за Дунаем». Нужно сказать, что в те годы театр был главным средоточием не только культурной, но и общественной жизни города. Именно здесь проводились всевозможные собрания, слеты, конференции и в особо радостной обстановке разыгрывались денежно-вещевые лотереи. Можно вас присутствовать, цікавить, яку ж суму витяг цей хлопчик? 10 000. Комусь пощастило. Пощастило і декому з глядачів. Пощадна каса сплатила на місці 31 виграш. В декабре 1953 года на очередной сессии Горсовета было принято решение по озеленению улиц. Все простые, разномастные деревья было решено заменить на пирамидальные и шарообразные. Но по весне почему-то высадили берест. Дерево, единственное преимущество которого – выносливость и неприхотливость. А так никакой пользы – ни красоты, ни тени. А вот благородные каштаны на Карла Маркса появятся только 20 лет спустя. Души криворожан оттаивали после суровых лет войны. Такого всплеска художественной самодеятельности, пожалуй, не было ни до, ни после. В начале 50-х многие крупные предприятия города строили новые дворцы культуры. И это были действительно дворцы. У Кривому Розі для машинобудівників заводу «Комуніст» споруджений чудовий палац культури. В роботі численних гуртків палацу беруть участь понад 200 робітників. Драматичний гурток готує постановку п'єси Панаса Мирного «Лимерівна». Електротехнік Симанько гратиме в спектаклі роль Карпа Шкандибенка. У спортивному залі палацу тренуються заводські спортсмени.
кращий штангіст заводу, електрозварник Іван Світненко. Його знають і як кращого виробничника. Хороших успіхів домоглись заводські гімнасти. Партитуру нової пісні «Здрастуй, Москва» розучує духовий оркестр. Нову програму підготувала самодіяльна капела бандуристів. Пісня Дмитрієва Кабанова «Край Донецький». Это больше, как теперь церковь, честное слово. Вы знаете, вечера мы встраивались. Сразу у нас было под магнитофон, то есть, ну, радиолы тогда называлось. Вот, пластинки крутили. Во дворец, когда было объявление, что сегодня вечер танцев, во дворец, ну, забито. Уже милиция не пускает. Ну, ребята молодые, хотят танцевать, идут. Потом начал наш духовой оркестр. У нас был чудеснейший духовой оркестр. Тоже на танцы. Это было так, ну, как сказать, шумно, весело. Вот. Много шли молодежи в клуб. Вот именно в клуб. Июня 1951 года начальник главного управления гражданской авиации подписал приказ за номером 0202 о создании нового учебного заведения Криворожского авиаучилища спецслужб гражданского воздушного флота, сокращенно КРАУС ГВФ. Спустя всего два месяца, 1 сентября, за парты сели первые 122 курсанта. И вот мы приехали сюда в июне 51 года, это было, да? Вот здесь разгрузились на смычке. Здесь паслись коровы. Вот на месте, где сейчас мы сидим с вами, паслись коровы. Это была смычка между городом и деревней. У нас было 5 домиков двухэтажных, вот таких, как наш сейчас, вот, где наземные службы находятся. Вот это вся была база. Так, ну и столовая была развалена. С этого начали. Пройдет совсем немного времени, и на практически голом месте вырастут новые учебные и жилые корпуса. Будут оборудованы современные лаборатории, и слава о Криворожском училище выйдет далеко за пределы страны. Именно здесь появятся первые специалисты, досконально знающие сложнейшее оборудование новых реактивных самолетов. А выпускники Крауса будут просто на расхват. Вскоре не найдется ни одного крупного аэропорта, где бы не работали криворожане. Весной 1954 года город, как и вся страна, с размахом отметил воссоединение Украины с Россией. Чего только не приурочили к славной дате: и непременное соцсоревнование, и мотопробег по маршруту Москва-Кривой Рог. В продажу выбросили 6000 радиоприемников, которые криворожане буквально смели с прилавков в считанные дни. А еще в канун праздника в парке имени газета «Правда» открылся новый летний кинотеатр на 1500 мест. Этот театр находился на месте нынешних аттракционов, а на площади перед ним в праздничные дни развернулась невиданная выставка, которая пользовалась колоссальным успехом, особенно у детворы. Авиаучилище представило спецоборудование самолетов. Его даже разрешалось трогать руками. Ну а кульминацией празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией стал приезд музыкального коллектива с мировым именем – краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» под руководством Александрова. Тепло зустріли гірники Криворіжжя та талановитий мистецький колектив. Художній керівник ансамблю Борис Александров щиро дякує за сердечну зустріч. В Кривому Розі ансамбль дав кілька концертів. Великий інтерес у гірників і металургів викликали виступи червонопрапорного ансамблю.
фрагмент с танцевальной композиции «Дружба». В центральной части города того времени не было подходящих площадок каких-то, где бы мог выступить ансамбль, а желающих было море, поэтому было решено, что наиболее подходящим таким местом, где можно разместить большое количество зрителей, это стадион «Спартак». Стадион был, если сказать переполненным, то это почти ничего не сказать. Там было в 3-4 этажа, а на ближайших деревьях со стороны, так сказать, все были заняты вот этими мальчишками. Устроились и там, и сидели. Кончился концерт. И вот после окончания концерта случилось такое трагичное, неприятное событие. Дело в следующем, что на стадион в то время можно было попасть только по единственному, ну, близкому мосточку через Саксагань. Этот мосток, мост был деревянный, такой, ну, полупримитивный, очень небольшого грузоподъемности. Вот этот мосток. И он, конечно, не был рассчитан на вот этот на эту толпу. И вот когда после окончания толпа хлынула, заполнила мост не выдержал, и с правого берега мост обрушился в воду вместе с людьми. Там купалось очень много народа. Там кто-то травмировался, но, слава богу, серьезных травм не было. События 1954 года, празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией остались не только в редких кадрах кинохроники и воспоминаниях очевидцев. Сохранились и материальные свидетельства. На юбилейной сессии Горсовета Федор Лукич Калиниченко вынес предложение соорудить в Кривом Роге памятник Богдану Хмельницкому, присвоить его имя парку и одному из дворцов культуры. Это решение Горсовета не просто выполнили, а перевыполнили. Имя Богдана Хмельницкого носит парк на Сосгороде и дворец культуры на 20-м, а памятников воздвигли целых 3. И это своеобразный рекорд. Мы – единственный город не только в Украине, но и в мире, в котором установлено такое количество монументов легендарному гетьману. Исполком, возглавляемый Калиниченко, большое внимание уделял благоустройству города. К середине 50-х появятся новые скверы и парки. Закончится строительство 100-километровой дороги, связывающей центральную часть города с северными рудниками, а центр с Югоком соединит новая трамвайная линия. А еще откроется новый городской почтамт и начнется массовая телефонизация. И совсем уже скоро в городе появится новый городской транспорт – троллейбус. Но обо всем об этом вы узнаете в следующей Криворожской главе.